Привет всем, кто зашел на мой канал. Сегодня я хочу показать очередные покупки для нашей собачки породы йоркширский терьер. В этот раз мы взяли такой костюмчик, футболочка со штанишками. Он очень легенький. Это будет уже на лето. Также мы взяли вот такую кофточку. Она очень мягкая, нежная. Мне понравился цвет. Эту кофточку мы будем носить, когда будет холодно. Но можно будет уже без куртки, например, ходить. Такой мишка. Мне кажется, очень симпатично. И взяли игрушку слоника. Лиса с ним уже поиграла. Он с пищалкой. Ну, такая мягкая резина. Очень удобно собачке с ним играть. На этом у меня все. Спасибо за ваши просмотры, лайки и комментарии.